забывайте, мои дорогие, про Галамарт. Ходить в Галамарт. Очень там хорошие сейчас акции, скидки на подушки, на совочки. Видео о совочке покажу в следующий раз. Кстати, в Галамарте 100 мл стоит 179. Ароматизатор. Правда, всего два вида. Имейте в виду. Доброго-предоброго всем денечка, мои дорогие, уважаемые подписчики. Очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна. Спасибо вам, мои дорогие, все знаете, что я люблю вас похвалить. Ну, очень мне, потому что приятно. Спасибо, что вы меня не забываете, пишите советы, подбадриваете меня. Выписали меня на больничный с 18 числа, правда, надо было на работу. У меня в график поставили 17, что там путаница какая-то. В больничном единица, как семерка стоит. Вот отдала уже, сдала его, сошла на работу, чтобы быстрее начислили зарплату. Это сейчас не получу я. Получила копейки, аванс нам усиленный же давали. Я и забыла совсем, нужно собирала на квартиру заплатить, продукты есть, слава богу. Все будет хорошо. Сегодня покупочки из магазина Fix Price. Уже начинают в кое-каких магазинах привозить День Святого Валентина. Я на ту неделю была вот на магазине, кто Абакан, на магазине на Чертыгашево, где магазин Батон, знаете все, наверное, что уже много смотрю, меня смотрят, стали смотреть абаканцы, и кто-то просто так из Сибири люди смотрят. Не, у нас в Сибири мало, как бы, не везде есть магазины эти. Так что вот, ну, немножко поболтаю, знаете, я также. Так, это не сразу начнем с продуктов, как обычно. Знаете, что я люблю всякие разные чаи. Девчонки, светит солнце, я уже в другую сторону поверну. Тут у меня еще и композиция эта елочная стоит. Здесь у меня цветок стоит. В общем, не знаю, как будет видно, наверное, отсвечивать будет. Так, чай принцесса Нури. Он, конечно, похуже, чем такие чаи. Ну, как бы сейчас я немножко экономлю, чтобы покупать красивяшки. 30 грамм, 20 пакетиков по 1,5 грамма. Ну, как я чай заварила, и нужно же, говорят, заварить и выбросить сразу, тем более я крепкий чай не люблю, для меня вот это само то. Ну, многие, конечно, говорят, что вот эти чаи, которые по 26-27 рублей, они похуже по качеству, чем которые по 50. Хотя я вот не замечала, просто мне кажется, в тех же уже я вот заметила, в прошлый раз вам говорила, здесь получается грамм меньше, и поэтому, может, и цена такая, потому что в тех пачках получается 50-60 грамм, а здесь 30 грамм. Я думаю, скорее всего, дело в этом. Ну вот я брала малину, еще что-то брала. Но сейчас вот захотела лесных ягодок, потому что иногда хочется и просто ягодки покушать. И вот мне нравятся именно пирамидки. Так, купила вот такой рулет. Не было клубничного и лесные ягоды, кстати, тоже давно не было. Но вот лесные ягоды я тоже люблю. И клубничные люблю, и лесные ягоды люблю. В основном часто был вишневый, я уже вам не раз говорила. Сейчас что-то вишневого нету. Может быть, по просьбам Жанны вишневый не стали завозить. Может, его хуже берут. Срок годности хороший, до мая 2015 года. Вот так на работе покушать, мягенький, с кремушком. Ну, может, конечно, тут какие-то ешки есть. Ну, иногда можно. 26 рублей, сколько я где ходила. Даже в дискаунтерах таких цен нету. Вот. У нас еще тут и сверлят, и дрелят. Сегодня специально ждала полдня, пока перестанут. Но мне уже завтра на работу нужно отснять. Потому что я еще сейчас пойду в магазин. Забыла денег положить на карточку, чтобы на телефон. И зайду в Фикс Прайс. Там сегодня в другом магазине у нас сегодня привоз должен быть на Чертыгашево. Если что там поснимаю, уже вам вставлю в начало, что туда привезли. У знакомой спросила, она говорит, привезли там ангелочков и все. А здесь вот как раз в прошлую пятницу разбирали, сегодня получается среда, это было в пятницу, тут вот число, 11 числа я брала. Только начали разгружать, и я прям подошла в коробке. Девушка, говорю, распечатайте коробки, по-моему, там фоторамка сердца, она рассказала. Мои дорогие, телефон продолжает глючить, и тут еще раздрелились, рассверлились, пришлось на час отложить, и как раз уже тут у меня все потемнело, а то у меня обычно вот на этом фоне с окна вот так отсвечивает, все отсвечивает, и еще хуже, как-то девчонки с окна показывают лучше, а у нас тут прям вот солнце резко сюда, и тут получается отсвечивает, вообще ничего не видно. Вот в такую была она завернута пленочку. Эта рамочка 99 рублей. Что радует, девчонки, что она еще 99 рублей. Вот эта фирма, которая у нас в Дню Святого Валентина всегда представляет коллекцию. 18-й год. Полипропилен, стекло, картон, бумага, железо. Ну, все понятно. Железо это вот эта штучка, которая тут ее держит. Вот такая вот. Эта рамка только на стенку. Уже вы ее никуда не поставите. Также вот эти держатели обычные такие вот. Открываются, закрываются стекло. Полипропилен это вот это место. Какая она объемная. В прошлом году ее не купила. Это не новинка, потому что набрала других рамок. А сейчас что-то захотела. У Маришки, леди, привет тебе, еще кого-то видела. Здесь даже можно просто распечатать открытку красивой бабочки там, или цветка, или птички, там, и дерево какого-то. И вот так просто повесить на стенку. Я уже вешала очень красиво. Вот еще веточки там у меня вот эти белые. Вот тут их не видно, конечно, стоят. Тоже можно
сделать вот весеннюю композицию, какую-то веточку, а сюда вот так вот на стенку повесить вот эту штуку. Будет очень красиво смотреться. Здесь веточку белую поставить. Хотелось бы, конечно, может еще купить, но не знаю. Так что, девчонки, если пока что видите, уже все 199 рублей. Это 99 рублей, в принципе, вообще. Надо, наверное, брать, успевать. Размер, еще раз подскажу, 40 на 35, девочки. Так что имейте в виду, кому надо. Мальчики тоже. Так, дальше пойдем по списку. Так, туалетную бумагу папе купила. Я не помню, показала вам коты или нет. Такую большую брала еще, по-моему, в начале декабря. Тоже у нее кончается она. Да, конечно, чуть-чуть потоньше. Это потолще. Хотя тоже написано трехслойное, что та, что это. Вот мне что не нравится в этой папе, что она без запаха. Ну ладно, запахи тоже вредны, всякие химикаты. Вот 4 рулона. Она с запахом идет, с ароматизатором, и не такая приятная. И она 4 слоя. Ну и 77 рублей, как-то жалко мне переплачивать. Вот это выгоднее получается. 4 слоя бумаги, конечно, это уже перебор. 3 слоя вполне достаточно. Знаете, очень я люблю, чтобы бумага была и вкусная, и недорогая, и чтобы она мягкая была, и чтобы слоев было достаточно. Так что, если кто там интересуется, можете спросить или там другие видео посмотреть. Я уже несколько раз показывала про эти слои, да вы и сами, наверное, все знаете. Очень выгодная цена. На супермаркетах бывает по 69, но она, по-моему, тоже вот не двух, не четырехслойная, а трехслойная. Ну, по 69 я тоже иногда беру. Вот она идет там, знаете, с этой, с орхидеей, очень вкусная, иногда бывает с клубникой. Так, сок с адепридония брала. Очень люблю эту фирму, как бы. Ну, можно, конечно, там и мой сад, и какой-то еще подешевле купить. Но думаю, раз в фикс-прайсе 55 рублей, и бутылочка удобно закручивающая. Там вот всегда жарко в магазинах, раз попью сразу. Так, чай сказала, сок сказала. Так, ну, наконец-то, трам-пам-пам. Я говорю, что там еще только вот это я, потому что брала в том магазине, в другом, и на Чертыгашево, кто наши девчонки смотрит, там только начали выставлять. И вот, а знакомая вот у меня сегодня была на рынке, я сегодня туда поеду, уже что-то поснимаю, что-то куплю, она сказала, там шкатулочек не было. Так что, вот видите, немножко разразнивается ассортимент в магазине. Ну, так как у меня коллекция ангелов, и у меня не знаю, что за ерунда пишет, достигнут максимальный размер видео. Уже сделала сброс настроек, ничего не показывает. В общем, вот коллекция ангелов у меня вот такая сейчас. Там еще будет шкатулочка, что-то туда положу, такое, чем не часто пользуюсь. А это вот такая шкатулочка между ангелами будет. Такой лежащий ангел. У меня нету таких лежащих, мечтающих ангелов. Очень красиво. Но, девочки, смотрите аккуратно. Она завернута вот в такой целлофан. Здесь железочка сделана. Можно одеть бантик, либо другой повязать, либо так остаться. Шкатулка сердца. Естественно, это тоже доломит. Нет, это полирезин. Ну, хотя вот он что полирезин, что доломит, мне кажется, по качеству один и тот же. Просто полирезин, мне кажется, он немножко попрактичнее, попрочнее. И он такой, знаете, как прокрашен лучше. Прям такой, как, может, просто краской лучше покрыть. Потому что доломит он прям мажется. И вот здесь какая-то штучка была, начала отковыривать. И уже, видите, вот скрасилась. Ну, не прокрас. Так что обращайте внимание, если вдруг кому-то будете дарить, будет вот такая. Так, очень чудесная шкатулочка. Так как не нужно было, чтобы у меня было 500 рублей, потому что 500 рублей иначе считают по 5 баллов, а так 5%, а тут ниже. Я еще купила вот такую вот сборную игрушку. Давно смотрела, смотрю, уже Новый год убирают. Еще вот еще в том магазине на той неделе был. В этом сегодня я не зашла, потому что холодно, у нас мороз опять. Купила такую игрушку для коллекции, потому что 55 это недорого. Игрушки деревянные очень дорого стоят. То есть, если кому-то надо, обратите внимание, деревянные игрушки очень дорого стоят, если что, извините, что повторяюсь. И, может, еще и вас не брали. Вот так как мне нужно было на 500 рублей, потому что от 500 рублей идет 5% начисляет, 25 рублей, как бы не лишние они мне. И вот двойные баллы еще тем более у меня были, поэтому мне начислили 50 баллов. Используйте баллы, девочки, обязательно покупайте карточки, они появились. 516 рублей по нашим меркам, это уже считается не мега закупочка, но для меня как бы тоже дорого. Сейчас вот еще если с ангелами наберу побольше что-то и больше не буду. Вот такая, так было запаковано, такая информация. Пока-пока, мои дорогие, до новых встреч. Ваша Жанна. Еще вначале что-нибудь там вам поставляю, что новенького привезли. Пока-пока-пока-пока!